Всем доброе утро. Уже показываю маму. Мама вчера не показывала. Стрижка, постриглась. Тебе нравится? Нравится. Мама накрасилась, короче. Мне ничего не сказала. Я как вышла, так вышла. Сейчас едем. Еду. Мама едет в центр. А я еду на ресницы. Наращивать ресницы. Сегодня уже вечером уезжаем. Хотя я в своем старом синем пальто. Честно говоря, чувствую себя немножко... В нем некомфортно, но не знаю. И кроссовки бели, короче. Втирайте. Я готова. Сейчас сама себя чувствую немножко. Не это не так, как хотелось бы себя чувствовать. В общем, собрали уже чемоданы в основном. Ручную кладь. И мне сегодня у меня миссия невыполнима. Сейчас быстро сделать ресницы. И сюда быстро вернуться. Потому что отсюда надо выехать. Не знаю, где-то уже ближе к 5, а потом на ЖД вокзал. В общем, сегодня вот такой вот день перед поездкой, перед отъездом. Вон Вероника уже на работе, уже с утра пилит ногтики, стрижет волосы. Все, ребята, бежим. Ну, бежим, это я грубо сказала, идем на остановку. Я надеюсь, что я не пропущу троллейбус, мне будет ближе, потому что на... Ресницы мне нужно ехать на этот, на парус. Ребята, иду уже на остановку, даже не пришлось вызывать такси, в общем. Мой новый взгляд, давайте я сниму, чтобы вам лучше было видно. Не знаю, как-то мне необычно, я давно уже ресницы не делала. Но как-то так получилось. Иду сейчас на этот, господи, иду на остановку. Буду садиться на маршрутку, ехать в центр и потом уже домой. Я думала, что типа будет дольше. Но она так быстро делает. За полтора часа у меня уже готовы эти ресницы. Сейчас буду идти, вам могу немножко показать райончик. Такой тут большинство многоэтажек вижу, это парус. И не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, далековато, ну как по мне. Так далековато от центра. Тут и маршрутки вот сразу. И на какие-то остановки. Маршрутки не те, которые мне нужны. К сожалению. Так, что тут есть? Так, стрёмно переходить. Вроде бы и переход есть, но все равно стрёмно. Вот там дальше рыночек. Это один из районов. Зараза, города Днепр. Быстро. Перебежали. Ну, тут здесь есть все, здесь есть и магазины, и обувь. Я видела, здесь типа есть сдавать анализы. Ну, короче, тоже один из таких вот оживленных районов города. Все, я бегу к себе на свой район. Ребята, вот и пришло то время, когда уже все, почти все чемоданы собраны. Осталось определенные детали, осталось пару часов до выезда в Харьков. Жду звонка от водителя, который... нас будут вести, чтобы он мне сказал номер, куда и куда нам ехать, куда нам подъезжать. Ну, я приблизительно понимаю, знаю. Рейс вроде бы не поменяли. Вроде бы, боже, сейчас картавлю, мне кажется, ужасно, и могу заикаться, могу дергаться, у меня какое-то нервное, наверное. Оделась, решила в домашнее, пока там мама пошла еще в Вавилон, нужно будет там деньги доложить на карточку. Вернее, для того, чтобы на счет пополнить. Фух, не знаю, как-то очень волнуюсь, переживаю, насколько это волнительно, насколько это заметно, я думаю, в моих каких-то действиях, каких-то поведениях это было видно. Но для чего сейчас я говорю эти слова? Я хочу, ребята, перед вами всеми извиниться, потому что я в каких-то моментах, возможно, вам нахамила, возможно, вас как-то обидела. Была не права, это точно я знаю, что есть на мне такой грешок. И именно сейчас, не знаю, прилетела я, вылетела я сейчас, не вылетела, не знаю, когда выйдет это видео. Я хочу попросить перед у вас всех прощения, глядя вам в глаза, насколько это максимально возможно. Спасибо вам большое, что вы все-таки есть люди, которые переживают за меня, есть люди, которые волнуются, есть люди, которые меня достают. Но перед какой-то тревогой, перед каким-то страхом, мне кажется, мне сейчас я могу извиниться перед каждым. Перед тем человеком, который, допустим, меня как-то обидел или еще что-то. В общем, я извиняюсь перед вами всеми за все то, что я для вас там сделала плохого.
И, может быть, если сделала хорошее, тоже стоит извиниться. Фух. В общем, как-то так. Очень переживаю, волнуюсь, как что она там дальше будет. Ну, в общем, не знаю. Будем сейчас собирать чемоданы. Плакать нельзя, поэтому я не плачу и не рыдаю. Сейчас вам покажу, как надо так присесть, чтобы вы увидели на свету мои ресницы. Не знаю, мне очень нравится. Спасибо девочке большое. Девочку зовут Таня. Не знаю, как будет, получится мне дальше у нее делать или не получится ресницы. В общем, посмотрим. Не знаю, мне как-то начинает дергать телепатия. В общем, не знаю, ребят. Какой-то такой влог получится, мне кажется, не очень положительный, не очень позитивный. Хотя я всегда стараюсь. Только что ехала в троллейбусе, прочитала о том, что, типа, про мою манеру ведения канала, что вот, ты там как старая бабка, нудишь и так далее. Поняла, что это действительно так. Так оно и есть. У меня нет чего-то такого вот зажигательного, не знаю, ну, относительно моего возраста и так далее. Но всегда что-то хочешь, стараешься сделать, если вводишь какую-то что-то вот. Мне кажется, сейчас такой бред говорю. Это... В общем, я буду стараться. Но все же, если вам уже сейчас что-то не нравится, я рекомендую вам больше не мучиться и не смотреть, потому что мне очень жалко потраченного времени, мне очень жалко потраченного моего времени, да, на определенные какие-то каналы, на определенных людей. Но не будем жалеть. Надеюсь, что все будет хорошо. И у меня, и у вас. Ребята, мы приехали уже на ЖД вокзал. Это, кажется, памятник Петровскому какому-то, не знаю. Сказали здесь ждать. Вот наша машина белая, наши чемоданы. Мы, ты готова к путешествию? Не мне бумажки. Паспорт свой проверим. Мы хоть взяли твой или нет? Это нормально, приехали на вокзал. Трэш-контент. А ну, если вот так потрясти, подожди. Не мне же, блин, все бумажки. Не, с паспорта вот так, не. Что вот так, если оно в кульке лежит? О, господи. Оно ж в кульке. Собралась одна. А что ты не проверяла? Что я должна была все проверять? Потому что я тебе... Да есть у меня. Куда ты вытерла? Потому что я тебе доверяю, система не действует. Короче. Наши самые здоровые чемоданы ели в такси в Лизу. Короче, будет ожидается веселая поездка. Особенно с чемоданами. Не знаю, что там остальные, но с чемоданами точно будет весело. Я немножко попустила, но это временно. В аэропорту опять будет туда. Паника, вся фигня. Не знаю. Хотелось бы вам влог сегодня уже выложить до отлета. Но не знаю, получится, не получится. Ставьте лайки, в любом случае, когда бы это видео не вышло, улетела я, не улетела, жива я, не жива, все равно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы когда-то с вами уже встретимся. Смотрите, какой у нас классный, красивый, красивая такая площадь, именно вокзальная, вот это вот здание вообще шикарное. Вот, ну там я же уже не пойду. Вот такие. Красивый вокзал, если бы был бы еще немножко чище, было бы еще немножко лучше. Это наше метро. Я уже показывала вам его. Ждем, ожидаем. Ребята, вроде бы уже отъезжаем. Скоро одела наушники. Сейчас буду монтировать это видео. Надеюсь, вы его увидите до моего отлета. Или я как-то постараюсь. Ну, в общем, я сейчас постараюсь его быстро смонтировать. Проблемы у нас возникли маленькие. То, что машина оказалась маленькой для наших чемоданов. Это, в частности, косяк того человека, кто мне бронировал. Мой косяк, потому что я реально заказала очень большие чемоданы. Как мы будем дальше с ними путешествовать, вы увидите обязательно, поэтому не прощаюсь с вами еще раз. Простите меня, если что не так. Посмотрим, что будет дальше. Не загадываю наперед, но ставьте лайки, еще раз подписывайтесь на канал. Всего хорошего.